Скажи, знаешь что, смотри, я просто расскажу, вообще мне нормально понравилось. Ну ты же знаешь, я же за собой слежу, да? Да. Ты слежишь за мной? Нет. Это. Короче, ну вот лежу, и у меня если спать, к примеру, стопы на себя, то я их могу держать своей силой на себе. А на спине лежишь или на животе? Лежу на спине. На спине. И на животе, в любом случае, сидя даже, если я, у меня стопа на себя потянется, к примеру, с пастикой. Ну. Ты сам ее подлавливаешь? Да, и держу. И оставляешь держать? Да, могу сам держать своими силами. Ну, то есть я могу стопой чуть-чуть шевелить, когда там, ну, знаешь, уже спать. А то вот когда прям чуть под 90 градусов, я могу удержать ее. Я чувствую, как напрягается вот это вот моя. Прекрасно, стопа. Прекрасно. Значит, прекрасно это, это можно вводить даже как тренировку. Как только чувствуешь, ну, понятное дело, что если ты ничем я не делаю. Занят, я как только спастика забирает на себя максимально сильно твою стопу, старайся ее удерживать. И потом, вот сколько ты можешь, потом, если чувствуешь, что уже больше не можешь, подотпустил немножко и опять попробовал подтянуть туда же. Да? Если прям получается несколько раз, идеально. Если хотя бы один, тоже очень хорошо. Ну вот смотри, я уже научился держать. Уже потому что вот это вот движение, да, то есть получается спастика тебя подтянула, да, ты держишь. Держу, да. Оно уже идет статическое напряжение во всей ноге. Ну, трудно мне это. Ну понятное дело, нога прямая, то есть идет полностью напряжение. Потом ты чувствуешь, что больше держать не можешь, как бы подотпустила, да. Она начинает потихоньку сама опускаться. И вот тут, когда ты понимаешь, что ты еще, ну как бы силы на чуть-чуть хотя бы есть, опять пытаешься подхватить на себя и тоже поддержать. То есть это такое статико-динамическое упражнение. Спастика тебе помогает выполнить его, а ты уже продолжаешь. Тут получается как активно-пассивная работа, как с инструктором. Только вместо инструктора выступает спастика. Ну да. Нет, просто удержать тяжело. Ну, то есть напрягаешь мышцы. Стопа, она же по себе тяжелая, она все равно отвисает. Почему вообще отвисает? Под своим весом. Угу. И вот этот вес я уже могу удержать. Я бы даже больше сказала, что это упражнение можно делать не только со стопой, а, например, у кого, например, ну, нога присогнутая, да, а потом раз и спастикой выпрямила. Попробуйте, и знаете, что точно потом, когда спастика расслабит, она присогнет вам колено. Попробуйте подержать максимально прямой ногу. Или наоборот, вы знаете... Мысленно напрягайте эти мышцы. Да, мысленно напрягайте и держите колено прямым. Или наоборот, у вас началась спастика, вы как-то там повернулись, и она у вас раз и подтянула, согнула ногу в коленном суставе. Но не сильно так, что вам вы уперлись в кровать и уже не можете выпрямить, а так, что вы точно знаете, что сейчас этот тонус уйдет, и ваша нога поплывет вниз или начнет отводиться в сторону. Так вот, постарайтесь подержать это же напряжение к себе и почувствовать, чем вы это держите. Я так всегда делаю. У меня раз спастика под грузью ноги, я потом раз напрягаю спину. Ну, тяжело мне удержать эти... Чтобы ноги не развалились, ровно удержать тяжело. Вот это приводящее. Тут ну, я там чуть-чуть там как бы тазом регулирую. Ну, я делаю. Я это постоянно делаю.